Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Забираем свои ежедневные награды за лигу мастеров 2 звезды и 3 звезды. Так, отлично, прекрасно. Также мы с тобой откроем пак. Ребят, сегодня у нас воскресенье, поэтому последний шанс выбиться в топчик. И я обязательно это сегодня сделаю. То есть я займу мастер 3 звезды, и будет у меня первое место. Хотя меня здесь сбросили. Но это ничего страшного, у нас с тобой 48 откатов. И я думаю, нам этого хватит за глаза. Так, давай-ка мы сделаем с тобой остальные все задания. Нам нужно подраться и поднять уровень персонажа. Так, кого мы с тобой прокачиваем? Вы говорите, прокачивай сплинтера, и будет тебе топчик. Ребят, не знаю, я почему-то хочу змейковьюна все-таки прокачать. Давай-ка посмотрим, что нам тут не хватает. 5 ящиков с инструментами. Давай искать. Так, один есть. Второй. Ну, ящики, они всегда ищутся довольно легко. Никаких проблем с ними никогда не было. Так, и последний находим с вами и прокачиваем ему скилл. Отлично. Так, змейковьюн, ну-ка, где ты там у нас? Вот он. Окей, до 6-й ступени. Нормуль. Так, теперь будем прокачивать, наверное, массовые атаки. И здесь нужно нам найти ячеечку, да? Так, тихо, мутаген. Ага, силовая ячейка крынгов. Раз. Ну, с ними немножко будет посложнее. Вот, вторая и нужна третья, да? Там три ячейки не хватало. Так, три ячейки. Блин, и опять же 10 ящиков с инструментами. А мы, по-моему, с тобой уже... задание-то выполнили, ну-ка посмотрим. Сейчас я гляну. Да, задание у нас выполнено. С боями. Так, и поднять уровень персонажа. Дай-ка я еще в магазин забегу, кое-что гляну. Так, здесь мы купить ничего не можем. Так, а вот по жетонам у нас все очень хорошо. И мы с тобой покупаем 3D-НК на Микеланджело, да? Классику. Берем. Остается всего лишь одно ДНК найти. Ребята, и все. Потом я, знаешь, что думаю? Мы, наверное, будем прокачивать с тобой Рафаэля классического. Да, скорее всего. Или же Рафаэля оригинального. Там уже определимся ближе к делу. Так, ну здесь нам не хватает немножко жетонов, да, для того, чтобы... Тихо. Для того, чтобы приобрести 3 ДНК на Микеланджело ролевого. Все это будет чуть-чуть попозже. Так, поднять уровень персонажа. Вот что мне еще нужно сделать, конечно же. А персонажа мы с тобой какого будем поднимать по уровню? 27 тысяч мутагена. 27 тысяч мутагена, ё-моё, кого бы мне прокачивать начать? Ага. Донателло, может быть? Ребят, давайте... Нет, Бакстера Стокмана. Хочу его прокачать, ребята, до 90 уровня. Так, ну что, здесь забираем остатки роскоши. И бежим с тобой на арену. Так, в Лиге Мастеров 2 звезды, ранг 90, ё-моё, обалдеть, как меня быстро сбросили отсюда. Погоди-ка, я не понял, Рафаэль у нас стоит на первом месте? Вот это новости, друзья мои, для меня. Теперь в таблице, да, персонажей, Рафаэль на первом месте. Да, немножко как-то меня даже... с колеи сбило, потому что я привык брать Леонардо, потом сразу Усаги, а здесь уже надо быть начеку, потому что там стоит Рафаэль. Так, ну что, давай посмотрим, как у нас Усаги будет здесь бомбить. Не забываем, ребята, 79 уровень, это довольно серьезный противник, и ошибок быть не должно. Так, все отлично, потому что Усаги опять же повесил постепенный урон. Только за счет этого мы здесь с тобой выкрутились. Двигаемся дальше, будем отыгрывать все полтинники. Потому что боев у нас здесь будет с тобой очень много. Это нам нужно перейти будет в Лигу 3 звезды. Потом еще там закрепиться. А все делается почему? Потому что, ребята, завтра я работаю. В понедельник я не смогу поиграть. Приду слишком поздно. И буста у меня тоже не будет на арене. Так что вот сегодня у меня как бы последний шанс все это исправить, все это подкорректировать. Чтобы нам заработать с тобой золотые и платиновые осколки, которые мы... очень-очень долго и много копим. Так что вот такие вот, ребят, пироги. Ну что же, давай вжаривать. Посмотрим, как сейчас Усаги здесь провернет это все дело. Ну-ка,
отлично, кстати, очень хорошо. Дамага очень много мне нанес. И сейчас мы добиваем. Кто-то сказал, что арену уже, ребят, неинтересно смотреть. Если вы так считаете, то напишите это в комментариях. И если будет очень много голосов за то, чтобы я не снимал, ребята, арену, бои, мы от них откажемся. Как говорится, я буду проходить это за кадром и вас, как говорится, не нервировать этой ареной. Так что, ребятушки, жду ваших комментов. Так, ну что же, я буду дальше продолжать разбираться с нашими противниками. Как я тебе уже сказал ранее, боев сегодня будет очень много. Плюс, понимаешь, тут разделилось мнение у вас. Кто-то сказал, чтобы я проходил испытание на Армагона. Кто-то сказал, не стоит. В общем, я решил сегодня, ребята, пройти это испытание. Ну, если кому-то неинтересно, тот может и не смотреть. Я думаю, что если даже кому-то неинтересна эта игра, может ее вообще, в принципе, не смотреть. Да? Она делается, ну, для кого? Для того, кто любит эту игру. В принципе, так, тихо, что-то тут у нас... Я уже думал, сейчас проиграем, ага. Но все-таки успели завалить. Окей, так, двигаемся с тобой дальше. Сегодня попробую, ребята, снять, наверное, очередную серию по безумию мутантов, да, черепашки-ниндзя. Вообще, в планах очень много сегодня игр. И для второго канала один из нас будем проходить сегодня. Как я уже говорил, Мафию 2 мы уже прошли, основной сюжет, да. Но там 3 DLC. Там история Джо, я так понимаю, отдельная, видимо, будет, когда Вита сидел в тюрьме, как Джо поднимался по этой криминальной лестнице. Я не знаю, ребят, это мои предположения, будем с вами играть, смотреть. А после, как пройдем эти 3 дополнения, переключимся на 3-ю часть мафии. Так, ну что же, мы с тобой уже на 52-м ранге. Слушай, неплохо идем, 49 откатов, это тоже очень неплохой показатель. Причем я даже денег не тратил, я все это накопил. А у нас еще $750. То есть, как ни крути, мы с тобой в любом случае попадем сегодня в Лигу Мастеров 3 звезды. Первое место, топчик. Даже если нам придется с тобой спустить все откаты. Так, ну что же, давай. Усаги заливай. Правда, противник становится все крепче, крепче и крепче. И нам нельзя здесь с тобой просто оплошать. Иначе распишут. Отлично. Я, кстати, ребята, понимаю, почему становится скучно арена. Потому что в основном мы играем с тобой двумя персонажами, да? Это Леонардо и это Усаги. Это из серии к серии. Естественно, ребята, если бы у меня были бы другие прокачанные персонажи, я бы играл за них, поверь мне. Но просто таковых нету. Нет, у меня есть, конечно, сейчас Рафаэль 100 уровня, но у него нет массовой таги. Вот, возможно, когда прокачаем с тобой Змейка Бьюна, там еще кого-нибудь, да, будем комбинировать. И то посмотрим, насколько они будут хороши в плане боевки. Так, ну что ж, давай с тобой дальше выбирать этих персонажей. И почему я именно беру Леонардо с Усаги? Потому что мне нужно отыграть вот своих слабых персонажей, которые 50 уровня. Лучше этих ребят никто не справится, поверь мне. А нам нужно подниматься, понимаешь? Нам нужны кубки. Нам нужны кубки, при этом тратить как можно меньше имбовых персонажей. Все логично. И все это делается, естественно, за рейтинг. Чем выше у нас рейтинг, да, на арене, тем, как говорится, вкуснее награда. И все. Никакого, как говорится, ребята, волшебства. Ловкость рук и все. Ну что же, мы с тобой здесь тоже завалили их. Можно единственное, что сделать, это, наверное, вырезать, да, арену. И просто уже начинать там, например, какое-нибудь другое там испытание проходить. А арену проходить за кадром. Так, ладно, что у нас тут? Скотт, Крис, Алекс. Кубков больше всего у Крис. Ну и уровень 79 и майки здесь. Нет, я не пойду сюда, я пойду, наверное, вот на Скотта. Будем именно с ним драться. Мы еще до сих пор не перешли, кстати, в Лигу Мастеров 3 звезды. Это меня немножко раздражает. Потому что персонажи у меня потихонечку заканчиваются. И мне придется тратить уже в разы больше телепортов, точнее, откатов, чем 2 штуки. Согласись. А кому это надо? Никому. Так, давай, Лео, завершаем с тобой эту эпопею, эту каточку. И быстренько продвигаемся дальше.
Потому что здесь, если только не проходить испытания на Армагона, делать больше нечего. Все остальное у нас пройдено с тобой. Так, ну что? Какое 15-е место? 15-е, отлично. Ну что, давай, наверное, еще одну боевочку с тобой сделаем. И уже будем переходить в Лигу Мастеров 3 звезды. Кого нам с тобой тут взять за хобот? Давай Игоря. Давай возьмем Игорюху. Так, откатики. Раз, два, три. Да, героев становится все меньше и меньше. Смотри, сколько мы здесь с тобой потратили, да? А нам еще в Лиге Мастеров 3 звезды проходить. И это как минимум 10 боев. Если все пойдет удачно. Так, ну здесь прекрасно. Постепенный урон есть. Донателло, если что, даже выживет, отдуплится. Но здесь никто не выжил. Сегодня еще, ребят, наверное, попробуем записать серию про драконы-всадники Олуха. Почитал ваши комментарии, ваши советы купить костяного дракона. Главное, не забыть это сделать. Так, ну что у нас тут? 24, да? Вот эти вот ребятки, майки. Нет, не буду я этих брать. Практически в любой катке, да, в любой, как говорится, колоде есть майки. Не имеет значения, какой классический, да, там, ролевой, но он есть. То есть без него никуда. А мне кажется, я знаю, почему его берут. У него, ребята, очень хорошая инициатива. Очень хорошая. Он ходит практически одним из первых, если он у вас прокачан хорошо. Причем не имеет значения, действительно, кто он. Хоть классический, хоть оригинальный, да? Но вот он всегда. По инициативе он очень хорош. Так, ну что, Лео тут справится? А вот этого я боялся. Вот этого я боялся. Тихо, 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 Мондогека. Держись, парень. 51 уровень он. Так, добьет, интересно, Леонардо? Не айс. Так, что же нам делать-то тогда? Ну-ка давай баф, наверное, сделаем. И, ну, Саги-то, конечно, добьет. Ну, Саги этого Бибоба просто выпотрошит. Ну вот теперь мы переходим с тобой на Лигу Мастеров 3 звезды. А сейчас посмотрим, какая у нас будет позиция. Я думаю, где-то 88-я. 90-е. Да, немножко... С запозданием у нас получается. Ну что же, тогда возьмем с тобой Джо. Возьмем с тобой Джо. И 37 откатов у нас остается. По персонажам, ну тоже, как видишь. Ну, слава богу, ребята добрались до 60-х уровней. То есть там где-то у нас боев 5, да, персонажей. На боев 5 хватит. Ну, плюс еще откаты. Плюс еще откаты. Должно хватить. И завтра утречком я встану. Тоже, ребята, проконтролируют, так сказать, этот процесс. Потому что меня 100% за ночь сбросят. И я немножечко поднимусь повыше. Ну, не то, что повыше, а в топчике я должен находиться. И надеюсь, уже когда придем, неделя кончится у нас, да? И мы с вами уже будем забирать награду. А там, соответственно, без буста. Но, тем не менее, все равно проходить арену с нуля. Вот, и этот... И дальше бомбить. И посмотрим, какие там будут персонажи у нас разыгрываться. И какие будут испытания. Так, кто тут? Ноно-лань? Ноно-лали? Ё-моё, это что у него там на лице? Я не пойму. То ли маска какая-то? Чё там было-то? Ладно, ребят, не имеет значения. Сейчас будем её... Тихо, тихо, зэк, не надо. Сейчас будем её разбирать. Кстати, ты видел, как зэк выглядит в безумии мутантов? Обычным парнем. Понимаешь, обычным парнем. Здесь зэк смотрится, как, я не знаю, какой-то стильный киборг. А там нифига, там обычный как чувак. Просто пан. И причем он белый, заметь. А если я не ошибаюсь, то в фильме зэк был чернокожим. По-моему, так. Ну что же, мы с тобой поднимаемся до 66 ранга. Слушай, ну в принципе, ребят, сейчас уже будет, наверное, 50 ранг. Давай-ка, наверное, возьмем вот эту вот команду. 60 ранг, и там останется шиш да не шиша. Я думаю, должны уложиться. Должны мы с тобой уложиться. Так, смотри. Два Рафаэля, очень интересно. Плюс тут Крис Брэдфорд. Не забываем про Рокстеди. Кстати, ты не замечал такую тенденцию, что Рокстеди или Бибоп всегда присутствуют?
во вражеской команде, как и Майки. Вот здесь, кстати, Микеланджело не было, но зато был Рокстеди. Ладушки, все равно они все получили по заслугам, и мы с тобой, давай полтинник, дай 50 место, 55-е. Что-то как-то слабенько, 55-е место, я думал, мы повыше перейдем. Так, ладушки, продолжаем. Слушай. Так, секунду, друзья мои. Уже напряженка начинается. Почему? 55-е место, а у нас уже пошли 70-е бойцы. То есть 70-го уровня. Это нехорошо. Так быть не должно. Нам надо будет тогда отыгрывать с тобой, наверное, и 40-х, скорее всего. Так, смотри, постепенно урон, кроме Криса Брэдфорда, да? Но он не выживет, 100% тебе говорю. Все, и мы дальше с тобой двигаемся. Мы с тобой двигаемся дальше и посмотрим, какое место займем. И это будет... Давай 45-е. 44-е. Ну что же, уже лучше. Уже лучше намного. Так, давай-ка приценимся. Ну смотри, уже максимальный уровень, да? 79-й. 78-х нам уже здесь 100% не видать. Поэтому... От этой команды никак нельзя отказываться, от основной. И вот здесь уже надо будет, наверное, брать третьего нам персонажа, который будет под страховкой. Потому что здесь, как ты видишь, 45 уровень. Если 45 уровень, ребята, если мы где-нибудь с вами пропустим кого-нибудь, он сразу же упадет. Рафаэль и Рокстеди, они упадут. Они не выживут. А если выживут, то... На микронах буквально. Так что смотрим. Вот слэш меня немножко раздражает. Ага. Это, кстати, повезло, что там был постепенный урон. 79 уровень, да, против 45-го. Ну да, есть шанс, что персонаж 79 уровня вынесет с одного удара персонажа 45 уровня. Поэтому я не рискую. Так, ну что, 32-я позиция у нас. И мы с тобой продолжаем битву. Так, здесь у нас Алексей, видимо, должен быть. ФНАФ. Слушай, давай возьмем именно Алексея. Тезку, так сказать, да? Отыграем еще вот этих вот. И возьмем кого-нибудь послабже. А это будет у нас слэш. Блин, как же мне хочется кожеголового прокачать, а? Ну, ДНК на него не найти. В принципе, и эти тоже, да, неплохие кролики. Я хочу, чтобы побыстрее были испытания либо на Крэнга, либо на Супер Шреддера. Кстати, давно их не было, этих испытаний. Так, подожди. Ой-ой-ой-ой-ой, тихонько. Блин, что же сейчас будет? Ладно, предположим, Донни отрубится. Значит, нам нужно с тобой брать Бибопа в оборот. Есть. Так, ну, вообще промахивается. Так, а что ты хочешь? У них уровень не позволяет просто даже нанести урон. Просто даже если попасть, он все равно нанесет 0 урона. Это я тебе точно говорю, уже проверено. Так, ну что, 15 место или какое? 23? Всего лишь 23 место? Хорошо, они меня испытывают. Они меня испытывают, друзья мои. Ладно, будем играть тогда по их правилам. Естественно, я возьму здесь какого-нибудь слабачка. На следующий бой я возьму кожеголового. Так, ну здесь все хорошо. Здесь, если что, блин, а вот скажи, зачем я взял и Криса Брэдфорда, и железноголового? Вот зачем это надо было здесь делать? Не понимаю. Я просто, грубо говоря, двух персонажей слил. Понимаешь, к чему я? Вот, например, железноголовый здесь даже не пригодился бы. А я его взял. Для чего? Ой, да, немножко я тут сглупил. Видимо, когда я перелистывал, да, выбор героев, опять этот Крис Брэдфорд чисто случайно ко мне залетел. Я просто этого не увидел. Так, ну что, 12-я позиция, окей. Максимальное количество, наверное, еще 2 боя. Но я думаю, что этот будет заключительный. Так, ну что же, давай возвращаем своих парней обратно. Раз, два... И последний, кто у нас тут будет, это кожеголовый. Я понимаю, ребята, что он ватный. Но я думаю, что у врагов не дойдет
как говорится, очередь даже воспользоваться своим шансом хода, потому что они сейчас все упадут. Упс, хотя погоди. Все упадут, тут уже под вопросом. Хотя нет. Леонардо, как ты видишь, всех раскумарил довольно быстро. А здоровье у них было приличное количество. Ну, ладно. Плюсик к нам и смотрим, первое место или нет. Да, друзья мои, все. С лигой, как говорится, мы на сегодня закончили. Мы с тобой в топчике, первое место. Так, в магазине мы уже были. Задание мы с тобой сделали. Остается лишь испытание Армагеддон. Ну что же, давай посмотрим, кого нам, во-первых, с тобой дадут. Ну, практически имбовые персонажи. Так что мы с тобой сейчас далеко здесь улетим. Естественно, первые... Да почему первые? Я думаю, наверное, все бои мы с тобой поставим на автобой. Мы же испытания Армагеддона проходили полностью, да, с тобой? Ты не помнишь? Вот и я что-то запамятовал. Но, по-моему, полностью мы проходили. Так, ладно. Вот зря было, да, вот этот вот удар он применил на броню. Причем, смотри, у него броня кастуется после каждого хода. Такого не должно быть. Так, укус. Дальше Майки делает супер удар. Ну, 40-й уровень, сам понимаешь, да? Это вата. Для нас это ничего не решает. Мы с тобой зарабатываем сейчас ДНК. Именно Армагеддона, который мы будем распылять. Распылять именно на сюрикены. Так, ну что, две ДНК. Блин, как я завидую сейчас тем ребятам, у которых еще нету Армагеддона, и они зарабатывают ДНК. Это ж так приятно. Я сам просто помню, когда я его получил в первый раз. А потом еще и начал прокачивать. Но на самом деле он неплох, неплох. Я не скажу, что он топовый имбовый, но вот этот вот удар валуном, который он делает, солидный урон наносит. Не хуже, чем та же самая вертушка, да? От Усаги или от Леонардо. Так, ну что, у нас с тобой, слушай, 6 эпизодов. Я что-то думал, что там 5 или 4, а тут 6. Ладно. А на шестом какой будет, интересно, 90 уровень, что ли, или 85? Вот смотри, почему он с любого, ребята, действия вешает на себя броню? Такого быть не должно, по-моему. Там при определенном, по-моему, скилле может срабатывать. И то, опять же, шанс не стопроцентный. А у него здесь постоянно практически. Вон, видишь, опять броня повесилась. Зашибись. На моем Армагеддоне такого нету. Хотя у него прокачаны все скиллы до 5-й ступени. Вот сейчас повесилось, да. О, а у него на постой. Прикинь? Он 60-го уровня, а я, как ты видишь, 80-го. Где справедливость? Да нет этой справедливости. Справедливость здесь только в одном, что мы с тобой Армагеддону, как говорится, дали люлей. И двигаемся с тобой далее. Так, Майки у нас и Армагеддон получают немножечко опыта и дают уже по 3 ДНК. Так, ну что же, 4-й эпизод, уровень уже 70-й. И остается 3 эпизода. Воу-воу-воу, смотри, что делает. Вот это влупил, да, чувак? И смотри, уже не так легко разбирается Армагуша-то. Слушай, дай-ка я, наверное, сам сыграю. Что-то мне не нравится, как тут идет расклад. Я буду сейчас массовыми атаками бомбить. Вот что я хочу сделать. Так, делаем вертушку для начала. Ага. Так, теперь. Теперь сделаем апперкот. Постепенно урон не повесили. И укус. Ей-ей-ей, тихо-тихо-тихо-тихо, родной. Вот. Надо же, Майки уронил его. Так, еще получается у нас впереди 3 эпизода, да? Там же сколько их? 9 или сколько? 8? Еще 3 ДНК. Так, их 6. Нет, ребята, еще 2 эпизода. Ну-ка посмотрим. 80-й уровень уже. То есть последний будет 85-й, что ли? Или 90-й? 90-й, скорее всего. Так, ракета начал. Причем никому не понизил атаку. Это круто. Делаем с тобой уклонение. Так, дальше. Да фиг вы попадете по мне. Да, конечно, ага. Губешки раскатили. Начинаем массовые атаки. Поехали.
Так, что, мутант белки сразу упали. Делаем с тобой ярость Рафа, чтобы у нас была атака колоссальная, да? И начинаем бомбить. Посмотрим, сколько мы нанесем урона валуном. Прилично. Так, что он сейчас делает? Кусать будет кого-то, да? И промахнулся еще при этом. Ой, лашпен, друзья мои. Просто лашпен. Ну что, 3 звезды, и мы с тобой двигаемся, конечно же, дальше. У нас последний бой. 4 ДНК мы получили. Последний бой, сыр тоже, ребята, грубо говоря, заканчивается. И, как я тебе говорил, Армагон здесь 90 уровня. Опять же, ребята, не меняем тактики. Да чтоб тебе, с валуна начал. Блин, выживет. Как же он звездачит, а? Блин, мне нужно захиливаться. Потом врубать уклонение. Так, тихо, смотрим. Ага, провокацию взяла. Отцепись от Армагона, блин. Он же у меня самый слабый. И они все... А, нет. Я думал, что все сейчас будут именно его бомбить. Так, ну что, делаем вертушку. Я надеюсь, белки сразу отлетят. Ага. Тут, я думаю, возьму-ка провокацию. Вот так вот. И валунчик применим. Так. Постепенный урон повесил. Ты посмотри. Уклонение. Ну, давай с тобой сделаем уклонение на всякий случай. Вдруг он еще сейчас валун свой бросит. И проникающий. Не добили. Так, секунду. Ну-ка, так если... Все. Все, ребята. Вот, в принципе, как мы с тобой быстро проходим это испытание, да? На Армагона. Вообще никаких препятствий. Просто на изи. И очень много с тобой заработали ДНК на нем. Так, а вот здесь вот, смотри, вот здесь вот можно было бы, кстати, пофармить. Довольно неплохая комбинация. Но все-таки там будет поинтереснее. Это где у нас? Это вот в космических странностях. Здесь, видишь, 4 черепашки. Давай-ка все-таки попробуем здесь. Поехали. Опачки, донатыла космос нам выпал. Шикарно. Так, маяк. 3 цератонов. Это ерунда. Здесь. Ну, ноутбук Дони. И все, и сыр у нас с тобой закончился. И сыр у нас закончился. И больше я здесь ничего сделать не могу на сегодня. Могу только лишь... Вот. Слушай, ну неплохо, почти 2000. Это за 19 ДНК. Круто. Так, ну что, ребята, просили вы крутануть рулеточку. Говорили, давно ее не было. Ну что же, давай крутанем. Пицца у нас с тобой есть. Как говорится, телепорты у нас с тобой есть. И крутим, смотрим. Ай, как он был близко, ребята. Блин, ну только... Во, ну надо же, Рафаэль 2 ДНК мне выпал, но... К сожалению, Рафаэль мне не нужен. Тем более фильм, потому что он у меня прокачанный. Хотелось бы получить пак, но пака здесь даже не видно на горизонте. Опа, Леонардо фильм. Отлично. Так, давай дальше. Донателло фильм. Ну, вот так вот, друзья мои, как-то. Я хочу посмотреть, а у меня Лео фильм. Ага, имеет фул звезды. Рафаэль тоже, поэтому они и дают, видимо. Слушай, так у меня все они имеют фул звезды, кроме кого? Погоди секунду, у нас с тобой так, Рафаэль фильм, Майки фильм, Лео фильм, Дони нам нужен. Так, давай найдем Донателло и посмотрим. Так, это космос. Ага. Вот, ребята, только лишь Донателло фильм у нас с вами не прокачан. Нужно еще, как ты видишь, 18 ДНК. Но это на самом деле не так уж и много. И хотелось бы, конечно, еще получить жетоны. Жетоны мне нужны для того, чтобы приобрести... Вот здесь вот 3 ДНК. На майке ролевом. Ну и как ты знаешь, думаю, что в ближайшее время у нас майки оригинал, точнее не оригинал, а классика тоже будет прокачиваться. Да, остается только
выждать определенное время. Ну что, дорогие друзья, на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!